Большинство участников опроса, проводимого сетевым изданием «Запру» на тему «Что вы ждете от прямого разговора с губернатором Осиповым», выбрали варианты ответа «Как всегда» – вранья о том, что у нас все отлично, таковых 38%. В голосовании, которое проводилось в телеграм-канале, приняли участие около 800 человек. Другие варианты ответа собрали 5% честного рассказа о том, что происходит в Забайкалье, 20% очередных пустых и громких обещаний, 4% важной, касающейся всех забайкальцев информации, 33% «я не буду это смотреть». Напомним, прямой эфир с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым состоялся 6 ноября. Ранее сообщалось, что он попал в неудачники рейтинга глав регионов. В публикации отмечалось, что он не комментирует крупные ЧП в регионе, но зато с энтузиазмом и гордостью сообщает о том, что прямой разговор с жителями края ему помогут провести Екатерина Андреева с Первого канала и Ирина Росиус с «России-1».